Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Пятый день, я забираю рыбу. Так, и хочу посмотреть по событиям, ребята. Успел ли я? Неужели не успел? Нет, есть еще. Но тут 22 часа, друзья мои, 22 часа. Мне нужно 8 поединков, насколько я помню, провернуть. 8 поединков. Блин, придется, наверное, тратить нам все-таки... кристаллы. Руны Одина. Для того, чтобы пройти это событие. Кстати, надо будет для начала хотя бы глянуть, что там за награда конечная. А уже потом делать выводы, стоит ли нам тратиться здесь. Если там какое-нибудь фуфло, ребят, я даже глазом не поведу, чтобы тратить сюда руны. Если оно того будет стоить, последняя награда, то базар нет. Блин, вот это мне не нравится. Мне не нравится. Это на первой-то волне вот такой вот мне расхлабон сделал уже. Это посмотри. И мы его не добьем. А уже половина... Так, во. То, что нужно. Вторая волна. Блин, живага здесь. Почему я называю его, ребят, живага? Потому что он пережевывает. Причем жестко. Две атаки, живастика этого. И он сюда, да? Ага, повезло. Мы еще и уклонились от одной атаки. Естественно, тут добивка. Тут дебаф. Успокойся. Успокойся. Блин. Смотри, что творит, а? Добьешь его? Молодец. Эть. Подожди, а что, мини-боссы? А сфига ли тут мини-боссы-то? Чё-то я не вдуплился. Там разве было показано, что мини-босс? Ну, все прекрасно понимаем, да, что на пятой энергии этот охламон сделает очень большую жуть. Поэтому я сделаю вот так вот. И, наверное, все-таки вот так. Бог с ним, этот я переживу, но я не переживу, ребят, заморозку. Вот что я могу сказать тебе. Заморозку я не переживу. Поэтому я ничего сейчас пока делать не буду. Естественно, копим с тобой на еще одну слепоту. Вот сейчас, смотри, смотри. Видишь, он не стал ее тратить. Он ее не стал тратить. Поэтому не зря мы с тобой копили. Потому что сейчас он 100% ее потратит. Я же тебе говорил. А теперь представь, если бы он был бы не под слепотой. Этот бы, наверное, отдуплился сразу же. Барсик там тоже был бы на последнем где-то издыхании. В общем, колоссальный бы урон получили. А так мы его добьем. Даже несмотря на то, что он там отхиливается или еще что-то делает, все равно ему крышка. Сейчас мы глянем, что нам тут дадут. Даже смотреть не хочу, потому что это древесина. У меня и так, ребят, на складе ее очень много. Точнее, на почте 20 яиц, ну-ка. Да, ну, ребята, 400 яиц. Последняя награда, я думаю, не стоит даже заморачиваться ради этих яиц. Оно того не стоит. Это ты прикинь, сколько мне надо потратить рун. Это 4 руны по 60... 4 поединка по 61 руне. Оно того не стоит. Ну, серьезно тебе говорю, оно того не стоит. 400 яиц. Нет. Потратим с тобой эту энергию, которая у нас есть в данный момент, а уже потом будем с тобой делать не ежедневки, а пойдем по своей базе, пошоркаемся, посмотрим, что там у нас. Ну вот это что такое, ребят, а? Ну, блин. Фигово все, я тебе скажу. Этот глушитель, этот, ребята, массовый фаербол, то есть... Такое себе развлечение. Давай еще фаерболом бомбани. Нам надо будет сейчас хильнуться от души. Да по идее вот этого надо было бы сносить. Слушай, это хорошо, ребята, что он промахнулся. Он потратил. В плане, тебе 3 надо? Я почему-то думал, что тебе 4. Ну ладно.
Ну, 4 энергии, думал, надо ему, чтобы сделать свой вот этот огненный удар. А всего лишь 4 энергии. Халявщик. Ну, что ты там нюхаешь? Вынюхивает там что-то. Давай добьем. Здесь дебаф. Прокус. Ну, естественно, сейчас фаерболы полетят. Оу. Он решил хильнуться. Да и флаг тебе в руки. До свидания, парень. Ну-ка, порадуй папочку. Порадовал, блин, своей рыбой. Так, ну что, еще 2 энергии. Получается, мы с тобой заберем пак и 50 рун. Ну да, в принципе, 50 рун заберем и все. Но, серьезно, друзья, не стоит он того, чтобы тратить руны ради 400 яиц. Тем более, это, тем более, надо будет сегодня потратить яйца. Почему? Потому что я не успеваю, ребята, собрать на легендарного дракона. Событие закончится быстрее, и надо будет тратить. Хотя оно, может быть, уже даже закончится. Глянем потом, попозже немножко. Так, этого в минус. Давай, наверное, сделаем так. А, тут 3 волны. Тут 3 волны. А у нас, друзья мои, как всегда, вылет во время поединка. В последнее время это почему-то зачастилось. Давно такого не было. Серьезно тебе говорю, давно не было. И вот теперь опять возобновилось. Это плохой знак. У них такая фигня получается всегда после какого-нибудь, блин, обновления. Я вот всегда это заметил. Какое-нибудь обновление сделают, и все. И начинаются вот эти вот проблемы. Ну, черт бы тебя побрал, а. Добивай его, барсик. Угу. Ну тут в любом случае надо дебафить, потому что это страж идет, категория стражей. И без дебафа мы его заколебаемся тут бомбить. Наверное, я не буду пока ничего здесь тратить. Так вот просто укусим. Он сейчас кого-то, наверное, бомбанет двойной атакой. Ага. Ага. Ну это, конечно, было глупо с твоей стороны. Блин, давай так сделаем. Вторая волна. 2 пристеголовых плюс водорез. Блин, не очень мне это нравится. На следующем сейчас фаербол. Естественно, ребят. Давай так и хиляемся. Я сказал, хиляемся. Ты чё делаешь, твою? Все, ребят, все это фиаско, блин. Вот это я продинамил вспышку. Я в шоке, друзья мои, я просто в шоке от того, что сейчас было сделано. Я же сказал, блин, да мы прохиляемся, блин. Какого фига вот эта фигня-то, блин, бомбанула? Я не понимаю этого, ребят. Можно, конечно, нет, нельзя. Нельзя. Так что мы здесь одни сделали? Да ничего. Эту-то волну мы пройдем, а в следующую нет. Тем более, блин, 2 водореза и этот. Мне здесь вообще делать нечего. Я без кривоклыка. Я задолбаюсь вот этого хмыря бомбить. Ну давай, я попробую, конечно. Ну это, ребята, до первой суператаки. А она сейчас будет. Все. Зря, блин, потратил тут. Такое ощущение, что игра специально вылетела в свое время, потому что я там был получше в результате. Ладно. Уродцы несчастные. Ну давай ты прогружайся уже быстрее, твою налево. Блин, 50 рун даже не получу, а?
Я в шоке, конечно. Расклепали, называется, блин, в 3 секунды. Да потому что, ребята, должна быть хилка сработать от этого дурачка, блин. А он взял, просто атаковал. Просто взял и атаковал. Молодец, блин. Иди отсюда, а. Уйди, говорю, отсюда. Чтоб глаза мои тебя не видели. Ну что, ты будешь опять щиты на себя вешать или нет? Ну да, а нет, на этот раз он просто залечился. Какой ты душный, а. Теперь он поставил щиты. Нет. Этому не бывать. Ну вот так я уже сделаю на всякий случай, ребят. Хотя, наверное, поспешил я. Ай-яй-яй. Я поспешил, друзья. Я сейчас потеряю Барсика. Хотя это не точно. Да заколебали. Вот сейчас он добьет сейчас. Смотри, он выжил, ребята. На соплях, но он выжил пока. Соответственно, его его уничтожит водорез. Но, тем не менее, нас, по крайней мере, здесь хотя бы двое осталось. Надо его гасить. Нас тут двое осталось, и... Ну-ка, поехали. Посмотрим. Ну, что ты там топчешься на месте? Топчется он. Окей. Хиляемся. Слушай, он, я думал, сейчас будет ульта, но... Блин! Плохо. Очень плохо. Скверно, я бы сказал даже. Пониженная броня. Плюс запретили мне применять удар мой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да ладно. Да ну пошли вы знаете куда, блин. Все, я опять один. Друзья, ну это пипец полный. Охренеть. Вы издеваетесь, да? Она взяла еще в конце, ребята, и вылетела. Прикинь? Игра, блин. Но попытка, по-моему, уже все. Прогресс в битве. Вперед. А, какой вперед, ребят? Все, я думаю, не буду я дальше тут проходить. Не получилось. Да что? Что с игрой? Она зависла, ребят. Что-то сегодня с игрой вообще не то. Вылетает какие-то бои, которые выиграть нельзя. Перезаходить надо опять. Короче, друзья, я не пойду туда на события. Я уже 4-й раз пытаюсь, и она зависает на одном и том же месте. Нафиг. Не хочу больше перезаходить в игру. Ха, этот дом не смогут разрушить даже близнецы. Как интересно, вижу, ты усилила дома инвентарем песни смерти. Ловкое решение. Спасибо, вы закончили со своей проверкой. Да, но мы оставляем за собой право разрушать любое здание в любое время во имя безопасности. Это добром не кончится. Сморкала, Икинг рассказал мне, что ты расширил склад железа. Но на самом деле... Ты проделал блестящую работу, а теперь перенимайся за улучшение лохани для рыбы и дровницы. О, конечно. Кто тянул меня за язык? Иногда сморкала меня удивляет. Вау,
600 миллионов рыбы. Да говорю же, сморкала это не я. Я не знаю, кто улучшает хранилище. Что ж, нужно найти кто-то, кто займется этим. Я не могу вернуться к Валке с пустыми руками. Отличная работа, сморкала. Я теперь буду обращаться к тебе за помощью, когда нам нужно будет улучшить хранилище. О, всегда рад помочь. Что за чертовщина творится? Одно я знаю наверняка, кто-то улучшает наше хранилище. Забияка, задирака, это вы улучшили дровницу, лохань для рыбы и склад железа? Нет. А им нужна проверка на прочность? Дровницу точно нужно поджечь. А, до сих пор не верю, что вы отвечаете за безопасность. Даже интересно, что это должно быть за здание, что вы посчитали бы его надежным? Что ж, вызов принят. Как говорится, чем страшнее дракон, тем безопаснее здание. Улучшите флюгеры. Это что, шипы вопля смерти? Вы где их раздобыли? Да просто на земле нашли. Разве в этом есть что-то необычное? Вообще-то да. Что вы еще нашли? Не спрашивай, викинг. Чем меньше мы знаем, тем лучше. Ух ты, двойняшки постарались с этим флюгером на славу. И не говори, и разумеется, мы считаем, что он работает исправно. Что ж, он показывает сильный ветер с востока. И если флюгер не ошибается, и яйцам на ревущих вершинах может грозить опасность. Сильный ветер здесь превращается в настоящий ураган. Там. Я полечу туда и проверю. Я полечу как ветер. Поищите ветрокрыло на ревущих вершинах. Так, окей. Бесплатно. Прекрасно, друзья мои. У нас пошла цепочка заданий, что меня очень радует. Ну, ареновский пак, древоруб. Так, плиткости. Ничего хорошего, короче. А, давай, лети, парень. Лети, родной, лети. Так, подожди, с этими мы немножко позже разберемся. Давай посмотрим, что у нас тут. Ну и все получается, да? Обмен прошел очень быстро. Ага, древесины не хватает. Я сейчас найду тебе древесину, можешь не волноваться. Древесина у нас еще пока есть. Ну что же, лети. А, у нас и с рыбой полный завал, да? Так, если у нас с рыбой полный завал, это говорит только об одном, что нам надо... погоди секунду. Модификрылку я в прошлой серии улучшил или нет? По-моему, же улучшил, да? А, она еще тренируется. Тогда давай тебя улучшать. Сколько? 3 800. Ну вы издеваетесь. Ну вы издеваетесь просто. Нет, ребят, я не буду. Мне нужно, блин, железо. Вы знаете прекрасно зачем, чтобы улучшать. Хотя мне сказали в комментариях, что Рэй, не трать тусклый интерь. Он тебе понадобится на дракона. Следующего легендарного дракона. Поэтому, наверное, пока не будем тратить. Кипятильник, сколько ты еще будешь, блин, мозги мне выносить? Когда же ты, блин, сделаешь это задание? Так, ну ты полетел за рыбой. Бремя гнильца, мы же тоже вроде бы хотели его прокачать. Так, дай-ка я рыбу заберу здесь. Так, подожди, у нас... А, пак. Пак же еще. Древоруб, шторморез, грамгильда. И лаварык. Давай, давай, в ангар иди. Ну, лаварык, вылупляйся. Отправить в ангар? Конечно, конечно, отправить в ангар. Ну,
Что за тупые вопросы? Значит так, гнилец. Ну, а 11 железа я еще могу позволить, ребята, потратить на прокачку. Блин, и опять с рыбой завал. Ну, что ты будешь делать? Ну что, тебе прокачать, что ли, чуть-чуть? Пока рыба, как говорится, есть у нас. Опа-на. А он у нас еще, оказывается, и не титана был. Блин, тут 4750. Да ну нафиг. Что за ценники-то у вас тут, а? Ломовые, просто ломовые цены. Так, давай-ка сезонный абонемент. Я хотел потратить, ребята, яйца. Все равно толку никакого нету, я не смогу ничего тут открыть. Мне в любом случае не хватит на Драмиону. Как бы я тут ни старался. Ну вот согласись, ну вот полные ребята фуфло подкидывают. Ну полнейшее, просто полнейшее. Дают абсолютно то, что мне просто не нужно. Янтарь этот блестящий. У меня он у самого его 4000 этого янтаря. Такс. Блестящий янтарь одна штука. Очень скверная награда, ребята. Очень скверная. Давай. Кривоклык, да, нам выпал? Нам выпал кривоклык. Такс, давайте их тогда отправим. Так, где наш травяной страж? Вот он. Четыре тысячи железа у нас пока. 4000. Ну, это, конечно, очень мало. И по рунам, ребята, хотел. Тут рыба нужна. А ты? Ты тоже за рыбу, да, трудишься? Ладно, полетел. Вот куда мне древесину сбагрить? Что-то я ума не приложу. Куда, ребята, древесину сбагрить можно? Четыре пятьсот. Мне еще нужно, ну, 600. В общем, никуда мне пока не сбагрить, по ходу дела, древесину. Они вот у меня стоят здесь. Трэш. Почему-то я думал, что у меня много драконов, которые работают за древесину, но получается, что нет. Да. Серьезно говорю, некуда мне ее сбагрить. Просто некуда сбагрить. Я в шоке немножко. Да. И из паков в последнее время вообще, ребят, ничего. Вот сезонных паков на рынке просто ничего не выпадает мне. Куда-нибудь вообще, хоть куда-нибудь потратить, слить ее хоть в прокачку, в какую-нибудь, я не знаю. Никто ничего никуда. Ну вот здесь можно. Но это мало. Там копеечные траты у нас получаются. Вот, ну давай здесь потратим.
6,2 миллиона. Лети, огнепек. Ну и все. Так, а что у нас там следующее это событие, которое должно наступить? Ну, яйца, ребят, я тоже не успею все открыть. Это уже и дурочку понятно. Блестящий янтарь заберем. Давай теперь этих проверим. Тут янтарь. А, яйцо все-таки. Я думал, янтарь. Предупредите Дагура. А здесь что? А здесь уже янтарь. Ну, блестящий янтарь, друзья мои. Блестящий янтарь, ё-моё. Да, сегодня какая-то серия не очень хорошая. Не очень, ребята, позитивная получилась. Игра вылетала. На арене продинамил все, что можно и нельзя. Дерево не забрать, блин. Как-то так. И события я хотел глянуть, что же там все-таки. Когда оно будет доступно нам. А, через двое суток получается. Через двое суток только смогу. Блин, мне опять на работу надо будет идти. Пипец. Опять и в пролете. Так, друзья, ну что, тогда на сегодня получается все. Не очень хороший, как я уже сказал ранее. Но ничего с этим не поделаешь. Сколько там надо? Три ветряные минусы. По 10 тысяч, да? 10 тысяч, по-моему, нам надо будет. 5 тысяч. Слушай, но... Через серии 2 мы с тобой 5 тысяч накопим и все-таки улучшим. Это плюс 12 викингов. Три мельницы у нас, да? По 12 викингов, это получается 36. Ну, окей. Ну что ж, друзья мои, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.